Пожилая петербурженка погибла под колесами скоростного поезда. Трагедия, обстоятельства которой изучают транспортная полиция и прокуратура, произошла сегодня утром на железнодорожной станции Трубников-Бор. Это в Тоснинском районе. Пенсионерка, ей 72 года, решила перейти железнодорожные пути и не обратила внимания, что на светофоре горит красный, а может быть, решила, что успеет. И в следующие секунды женщина была сбита пассажирским составом, который следовал из Петербурга в Москву без остановки на этой станции. Машинист высокоскоростного пассажирского состава подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. В связи с близким расстоянием наезда предотвратить не удалось. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.